Едем в ваш, это блок спикс. Ваш. Фу! Ты для меня реально самый мастер из мастеров кунг-фу, фак. Коллега, напарник и босс нашей большой крутой движухи. Ты для меня человек, который всегда помогал, не стал со стороны, как бы, который помогал мне очень многого добиться. Ты для меня большой друг с большой буквы. Человек, на которого стоит равняться, у которого хорошая семья. Просто, братан, тебя люблю. Счастья тебе, счастья твоей жизни. Для меня вторая половинка. Ты, Илья, для меня самый лучший друг, брат. Нет, третья. Подождите, вторая у меня уже есть. Ты для меня дверь вообще, в принципе, в драм-н-бейс культуру в России. Потому что, когда я попал сюда, в Санкт-Петербург, когда я сюда приехал, я бы никуда, в принципе, не устроился, так сказать, работать диджеем. Пускай будет третья, но от этого немаловажная. А устроился в Time of Night, и вот до сих пор у нас это все держит вместе. Двигаемся и будем двигаться дальше. Вообще, все круто. Вот правда, низкий поклон. Дай бог здоровья тебе, твоей семье, особенно маме. Все правильно, по-моему, сказал. Кто я? Ты для меня, а я для тебя. Ты для меня, братишка. Ты для меня король драм-н-бейса в Санкт-Петербурге. Ты для меня босс Time of Night. Ты для меня босс Time of Night. Вождь Time of Night. Уэ, а, Time of Night. Уэ, Time of Night. Уэ, Time of Night. Ты для меня вообще супер крутой питерский оунер. Я тебя обожаю. Мы знакомы уже больше 5 лет. Ты для меня будущее драм-н-бейсов. И я просто восторгаюсь каждый раз твоими организаторскими способностями и вообще как ты крутишься в этом нашем российском мире. В моем городе, в твоем городе. Мы будем тусить, пока пятки не стопчутся. Big Ups, man. Ты просто бесконечный человек. Ты мисс Твист, Илья, а.к.а. босс, а.к.а. бро. Мяу. Я пожелаю тебе дальнейшего роста во всех направлениях, каких ты развиваешься. Чтобы у тебя все получалось в твоих начинаниях, чтобы у тебя с творчеством все складывалось. Не останавливайся, иди вперед, как бы. Твои высоты с тобой всегда. Бесконечных сил. Просто огромные шкалы жизни. И в тех направлениях, в которых ты захочешь вдруг заняться чем-то другим. Желаю тебе вселенского добра, бесконечной любви с твоей прекрасной женой и чтобы доченька выросла и стала такая же успешная и дарила свое добро, свою энергию другим людям и вдохновляла так же, как и ты. Валя, твоя жена прекрасная, дочка твоя прекрасная, Стефа, и ты у нас чувак прекрасный, счастья, здоровья максимального желаю, да. Я пожелаю тебе, чтобы ты оставался таким же классным парнем, высоким, баскетболистом, чтобы у тебя все было чики-моня.
Я тебе желаю, чтобы все твои идеи, мысли и желания исполнялись и приходили в этот мир и дарили людям все самое позитивное. Через год? О, я вижу, эти творческие узбеки, они уже ломятся мне в стену. Ты знаешь, что я тебе могу сказать, а я знаю, что ты можешь мне ответить. Больше света, больше звука, больше масштаба мероприятий, чтобы Drum & Bass разрастался снова по всей России и всему миру. Все такой же преуспевающий успех. Я думаю, на самом деле, никакая вообще самая сраная пижня не останавливает все то, что происходит у Time of Night. Они говорят, Илюха, будет новый бенгер. Три новых бенгера будет, я тебе говорю. Обязательно в этом году три новых бенгера. Слушай, мне кажется, через год мы будем уже кататься по всему миру. Я надеюсь, нам дадут на это возможность. Будем выступать, двигать свое вот это вот мировоззрение, особенно в относительно музыки. Может быть, даже свой фестиваль сделаем где-нибудь за рубежом. Дай бог. О, провал, а можно я пожелаю, чтобы всегда был трехочковый нашему баскетболисту? Очко. Вот, и, короче, я знаю, твою жену зовут Валентина, как мою маму, поэтому любовь. Вам любви, реально. Кмо. Заебись, братан. Ты сам это знаешь. Мяу.